Всем привет! Готовим сегодня интересное песочное праздничное печенье. Для этого мы взобьем 2 яйца и 200 граммов сахара. Добавим щепотку соли. Взбиваем до растворения сахара. Теперь добавляем масло. И взбиваем. Добавляем остальное. Масло 200 граммов. Больше нам миксер не нужен. Добавляем ванильный сахар, пачечку. И добавляем разрыхлитель. Предварительно растворим в воде. Теперь соединяем с мукой. Мука просеяна. Нам понадобится приблизительно 500 граммов. Выкладываем на стол. Делим тесто на 2 части. В одну часть добавляем 2 ложки орехов. Вот у меня молотый грецкий орех. 2 ложки. И добавляем 2 ложки какао. Без горочки. И перемешиваем. Вот такое у нас получилось шоколадно-ореховое тесто.
Теперь мы снова делим на две части. Тесто 1/2 отправляем на холод. Вот я закрыла пленкой и минут на 15. Тесто охладилось. Теперь мы берем беленькое и раскатываем. Раскатываем аккуратненько, не давить на тесто. Все, это готово. Теперь с этого теста делаем такую сосиску. Раскатываем аккуратненько. Нам самое главное, чтобы было такое здесь твердое, плотно прилегали, чтобы друг к другу частички. Ну, по размеру вот будет как это тесто. Вот еще можно чуть-чуть, сейчас мы здесь прям и покатаем. Вот так. И теперь заворачиваем. Вот так. Теперь будем резать. Сейчас мы немножечко его еще там покатаем, чтобы нижняя часть плотненько была. Теперь нам нужно аккуратненько резать и складывать на противень. На тесто мы не давим, только придерживаем. Вот такие красавцы у нас получились. На расстоянии кладем, потому что они еще будут увеличиваться и вверх, и по бокам. Отправляем в духовку 180 градусов. Печенье готово. Вот и наши печенки. Сейчас я вот разломлю одну. Вкусненько, очень вкусненько. Внутренняя часть печенья очень такая рассыпчатая, тающая. Беленькая часть, она более такая суше, а это вот прям рассыпается. Вот. Очень интересная.
Печенье находилось в духовке ровно 20 минут. Готовьте, пожалуйста. Всем спасибо и до свидания. Заходите в гости.